Как вы знаете, обновление у нас в основном выходит только в Бисмос на данный момент, то есть уже как до сих пор не знаешь, где купить топовый аккаунт в симуляторе пчеловода, так еще и с большим количеством робоксов на балансе, тогда я вам расскажу о группе BizFarm Продажа. Эта группа работает уже 4 года на рынке, а также я тебе лично отвечаю, что это самая классная и крутая группа по продажам. Лично сам покупал у них много раз аккаунты и оставался довольным. Так что переходи к ним по ссылочке в описании, а также я тебе оставлю ссылочку на них в закрепленном комментарии. Это BizFarm Продажа, она такая одна. И всем привет, дорогие друзья, Костик попал на связи. И сегодня, ребята, я вам расскажу, когда же у нас выйдет новое обновление в симуляторе пчеловода. Так что перед началом этого ролика не забудь поставить лайк, также подписаться на канал с колокольчиком, ну и также давайте наберем на этом ролике, ну, лайков 142. Как много больше набираем лайков, тем быстрее выпускаю новое топовое видео, так что не забываем об этом. Ну а мы переходим, в принципе, к ролику. В общем, ребят, как вы знаете, обновление у нас в основном выходит только в Бисмос на данный момент, то есть уже как третий год, а Нет выпускает обновление только в новогодний праздник, то есть и массовое огромное обновление, где добавляются все новые всякие ресурсы, допустим, ну или в любом случае добавляются там снежинки, как у нас было всегда, Gingerbread, то есть основные вещи всегда там, то есть 90% Бисмоса, оно как было, так и остается, то есть каждый год оно добавляется точно такое же. Но в этот Новый год, который у нас был, получается, Анет добавил: ребят, открылась новая классная группа по продаже аккаунтов BizFarm. У них можно купить крутые аккаунты, так еще и с донатом по дешевым ценам. Залетайте и покупайте. У нас робот медведя, робот пчелу и многое другое. То есть действительно был Новый год в этом году реально прелестный. В следующем году я считаю, то что будет Новый год очень топовый, поскольку у нас есть хотя бы один слив. Это у нас, ребята, кокосовый пояс. Кто мои ролики на канале видел, в принципе, понимает, о чем я говорю. Кто не видел, подписывайтесь на канал, не пропускайте такие, в принципе, вещи. В принципе, можете написать в поиске YouTube кокосовый пояс Костя Пау-Пау, и можете посмотреть мои видео, потому что было много видео, то что я говорил про кокосовый пояс. То есть в этот Новый год у нас с вероятностью 99% будет добавлена новая вещь, это кокосовый пояс. Это единственная на данный момент вещь, которая есть в сливе, которая, возможно, у нас будет. Ну и, возможно, у нас уже появятся энд-паки, энд-ботинки новые еще. То есть много всего разного еще может добавиться. Но когда же это все произойдет? Когда же она выйдет, ребят? В общем, давайте скажу. Потому что ради этого мы здесь и собрались. Потому что я нигде не заснял серию одну Бада Бога сегодня, потому что попросту времени не было, чтобы ее заснять. Но в любом случае уже начинают задаваться вопросом многие ребята, мои подписчики, когда же будет обновление симулятора пчеловода. Так вот, отвечаю. В общем, давно у нас остается чуть больше 2 месяцев, то есть чуть больше 70 дней. Давно у нас обычно выходит в симуляторе пчеловода около 22, 24, 26, 28 декабря у нас обычно стартует уже Бисмос праздник, иногда он начинается немного раньше. То есть в основном Анет выпускает обнову 26, то есть с 26 по 28 где-то декабря он выпускает уже Бисмос праздник, иногда может задержаться, то есть в прошлом году у нас немножечко задержалось, я не помню, то ли он в январе выпустил 1 или 2 января, я честно уже забыл, вроде бы 1 января. В общем, возможно такое то, что и может обнова выйти 1 января, то есть как бы Бисмос обнова, так что все, ребят, это точные числа, которые возможно будут 24 декабря, 26 декабря, 28 декабря, то есть вот в этих примерно числах выходит у нас новое обновление, то есть остается буквально чуть больше 2 месяцев, как я вам сказал. Ну и в крайнем случае Анет выпустит обнову, может выпустить 1 или 2 января, то есть когда у всех уже Новый год начнется, но обычно Анет делает обновление заранее, а уже на 1 и 2 числе января Анет просто берет и продлевает, то есть, Новый год. То есть, как можно так сказать, то есть он добавляет больше туда всяких штук, которые мы будем выполнять. То есть всякие квесты, всякие там подарки. То есть он добавляет только больше. С каждым днем он просто добавляет в эту обнову больше и больше. То есть, как бы у нас есть первая часть Бисмоса, есть вторая часть Бисмоса. То есть, надеюсь, на этот вопрос я ответил. Так что, ребят, советую уже всем готовиться к Бисмосу. Подготовьте много меда, подготовьте себе улей, подготовьте себе аккаунт там, чем больше.
больше, тем лучше. Делайте реально хоть что-нибудь для бизнеса. Нужно обязательно, ребят, говорю вам заранее, нужно постараться. Я лично тоже буду стараться. Я думаю, все, у меня пока бизнес еще не начался, у меня уже вот-вот будет, ребята... Получается Tide Popper. Не знаю, почему я его давно не покупал. Вроде бы с Petal палочкой я фармлю даже лучше многих ребят, кто с Tide Popper. Скажу честно, сижу на макросах. Но в любом случае фармлю даже больше. Ну и квестов мне осталось 90 квестов. И в принципе я смогу выполнить даже меньше. Даже 89 квестов мне остается. И я смогу себе приобрести новую палочку. Я считаю то, что это невероятно хорошо. Поэтому беру новый квест. Ну и вот как бы так. Надеюсь, все поняли, ребят. Пишите в комментариях, какого числа у нас, как вы думаете, выйдет обнова. Я вам ответил, в каких числах оно обычно выходит, бисмус у нас. А вы давайте угадаете, какое число у нас выйдет. Когда будет уже новогодний праздник, я зайду на это видео и вставлю от своего подписчика. Вот когда... Вот, объясняю, как это будет происходить. В общем, допустим, у нас обнова выходит 27 там, декабря или 28 декабря обнова выходит, и подписчик мой написал это число, то есть там именно в комментарии пишите вот под этим видео, там, ну, 26 декабря, то есть вот, вот так вот напишите, 26, то есть число и декабрь месяц. И когда выйдет у нас обнова, я зайду на это видео, заскриню, получается, комментарий своего подписчика и вставлю в то видео, где у нас уже вышла новогодняя обнова, то есть как бы вот такая тема. Так что давайте, гадаем в комментариях. Всегда помните то, что всех я смотрю, но читаю абсолютно всех и стараюсь лайкать тоже абсолютно всех. Так что на связи был Косик Попал, оставайся добрым, будь мудрым. Надеюсь, данная информация в этом ролике тебе понравилась. Надеюсь, ты рад меня опять же увидеть сегодня. Завтра у нас будет 100% серии от Нуба до Бога. Ну, а как бы видео получилось вот такое. В общем, на связи был Косик Попал, оставайся добрым, будь мудрым. Но завтра мы увидимся на новом топовом ролике. Ну и также, ребят, не забудьте об этом видео рассказать своим друзьям или порекомендовать в каком-нибудь Roblox-сообществе. Всегда помните, вы меня безупречно этим мотивируете. Я очень вам благодарен, ребята. Спасибо, то, что продвигаете мое имя, мою личность и, ну и, в принципе, мой канал. Ну, в принципе, как-то так. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Завтра уже встретимся на новом топовом ролике.